Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Dudaplay, и мы продолжаем играть в игру Stickman против тюремщиков. И у нас такое задание, вот этот дядька напел нам мелодию. Получается, сначала идет вот этот ключ, который у нас сверху спрятанный. Мы сейчас его надо нажать. Так, а он нас не убивает. Так, а ну-ка. Вот этот справа. Его берем. Ой-ой-ой, не успели. Да ё-моё, даже прыгнуть никак. Вот этот первый был. Второй у нас был двойной. Двойной, вот этот вот ключик. Это я все записал на листочек, ребятушки. Потому что это все запомнить, это надо очень быть... Это все запоминать надо, а не хочется. Вот этот потом. Потом маленький и перевернутый ключик. Давайте возьмем. Маленький и перевернутый вот этот. Все, открыли, идем. Ай, как я так башкой ударился об железку эту вонючую. Ладно. Смотрим, он напел нам мелодию. Теперь давайте еще раз этот попробуем взять, только аккуратненько. Так, ну и вы как раз запомните. Сначала открываем шлюз. Открываем наш лифт этот. Ждем, пока лифт спустится. Наш первый музыкальный ключик, это вот этот справа, сверху. Его взяли. Потом обычный идет. Двойной. Вот этот. Теперь большой ключ. Вон, слева, в уголку. Его забираем. Так, хорошо. И остался у нас маленький и перевернутый. Так, берем маленький. И берем перевернутый. Хорошо, что он поет всегда одинаково. То представь, он еще разные пел песенки. 147-й на вылет. На вылет. Что-то такое как-то не очень... Не очень как-то такое название. Что будет, непонятно. Вау-вау-вау, пуля. Пули летят. Ё-моё, ребята, что творится-то? Офигеть, хорошо, что... Ой, хорошо, что здесь все нормально. На вылет. Так, а ну-ка. Здесь ничего не улетает. Вроде бы как... все. Больше падать они не будут, наверное. Да, нет, не будут. Ой, ну и хорошо. Чтобы... А ну-ка, как тебя спустили с этим? 148 уровень. Как тебя пустили с этим? С чем? Подожди, этого нету. Так, а ну-ка. О, бомбочка, ё-моё. Тихо. Может, она взорвет? Нифига. О, сейчас точно она взорвет этот выход. Еее, отлично. Нормально. Ух ты, циркулярная пила, ё-моё. Как она? Надо ее понять, ход. Ага. Понятненько. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас она начнет за мной гоняться. Ох ты, ёшкин кот. Офигеть просто. Ладно. Она, получается, старается заполнить все. Так, а сюда вниз она не идет, да? Хорошо, что она вниз не идет. Ладно. Циркулярочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да как тебя победить-то, Алёшки? Так, все, ждем. Так, и она туда тоже не заходит, где этот у нас стрелочка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай я тут встану, подожду. Она сюда не заходит. Хорошо, что хоть сюда она не заходит. И не заходит туда, где ключик. Вот, сюда она тоже не заходит. Все. Нормально. Надо будет еще подождать, посмотреть, как она ходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ух! Ой, на ну нафиг! Специально это все так сделано. Ну ее хоть перепрыгнуть можно. Кто вот разработчик это придумал, а? Эту пилу вонючую. Ждем. Ну ее, ребята, хоть можно перепрыгнуть. Пилу эту. Все, открываем домик. Эту самую пещеру хотел сказать. Все, здесь подождем сейчас я.
Все, теперь можно смело убегать. Вот такая вот циркулярная пила нехорошая. А, телешоу. Мы как-то такую проходили с вами игру. Серию. Здесь нельзя на камеру попадать. А, видишь как. Попал и сразу помер. Да, ё-моё. Какая ты быстрая, слушай. Как тебе? Как прям реально телешоу. Не, смотри, она очень-очень быстрая. Вонючая телешоу. Не, я не знаю, как ее пройти. Она активная постоянно. Нет, тут надо что-то нажать, слушай. Тут надо что-то нажать, наверное. Ну, по-другому, ну, я не знаю как. Ну, давай еще раз попробуем. Еще раз, давай. Нет, появляется очень быстро. Ну, по идее, вот она гасится, она... Ну, ё-моё. Так, а ну, ждем. Вот тебе и телешоу. Так, успели. Ну это вообще нереально, слушай. Это тяжело очень. Тут буквально секунды какие-то. Даже миллисекунды. Да не, это фигня, это нереально. Это нереально, я скажу. Да, ребят, я посмотрел, но люди как-то это проходят все-таки. Как-то это люди проходят, не знаю как. Ну сейчас будем пытаться. Нет, смотри, она меня задела. Так, тут буквально какие-то секунды все-таки. Да, пока она не сильно загорелась, то как только она начинает потухать, можно, в принципе, уже бежать. Так, здесь ничего нам не будет. Так, быстрей, быстрей, быстрей! О, успели, фух. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прям очень мне так страшно. Вот эта красность вот сверху прям вообще конкретно работает долго. Очень долго так работает. Так, все, замок мы открыли. Ай, умер, да как так, какого нафиг, лешего. Еще раз пробуем. Нет, смотри, задевается таки. Даже если я здесь... А, нет, вот здесь стою нормально. Ну, это очень сложно, 150 уровень. Ага, умер. Прикинь. Да ты чё там встал-то, алё, ты беги давай быстрее. Не. Так, пробежали. Так, здесь можно прыгнуть. Хорошо. Если, конечно, долго-долго мучиться, что-нибудь да получится. Это понятное дело. А, успел. Ах, не успела, ждем. Ждем, ребята. Тихо, все равно не успеваю. Опа, успел. Так, о, тихо-тихо-тихо, не будем пока торопиться. Давайте, не будем торопиться, будем ждать, пока она там погаснет. Эта верхняя очень долго прям гаснет. Так, вроде бы все, бегом. Так, теперь с этой штукой надо как там понять. Как нам сделать. Все, бежим, бежим, бежим. О, успели, ребятушки, давайте вот с этим. Давай, давай, Сигман, быстрее. Есть. Это просто что-то с чем-то вообще нереально было. Нереально. Кто это такой? Алло. Чувак, ты что творишь-то? Ракета летит. Ух ты, нифига. Ты сумасшедший, что ли? Как тебе... А, нет, смотри, убежали. Она, видишь, еще и взрывается. Тихо, тихо. Ну, давай, стреляй. Так, бежим, 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 бежим. Опа, хорошо, хорошо. Ой, надо убежать от этого паука. Ну, в принципе, несложно было. Это еще что такое? Нифига себе. Так, ну вроде бы понятно. Вроде бы понятно, что ничего не понятно. Ладно. Так, делаем вот так, делаем. Так, спускаемся вниз. Я не знаю, но я надеюсь, что я все правильно делаю.
Так, у нас вход-то открыт, ребята. Ага. В принципе, несложно было. А здесь что, побег называется, ребята, побег. Там вот чувак стоит, видимо, он меня хочет убить. Ага, да, но он медленно что-то бежит, смотри. Что-то он медленно бежит. Что, ты за мной будешь бегать, нет? Нет. Все, он влево-вправо бегает, понятно. Это несложно. Все хорошо. Ага, смотри, куда побежал. Ты чё, чувак? Давай это. Опа, смотри, какой у меня запас прочности есть. Далеко могу убежать. Танцы. Че за танцы? И умер. Понял, фигня какая-то. Так, а ну-ка. Опять умер. В смысле, какие еще танцы? Алло. Это не двигается фигня? Так, вправо, влево, вверх, влево, вправо, влево, влево, вправо, вверх, вправо. Ага. И все, да? Ну, не сложно было. Влево, вправо, влево. Это что такое еще? Влево, вправо, влево. Влево. Вон, вправо. Я не знаю, что он там показывает. Вон что. Понятно. Ух ты, ё-моё! Да я лучше, слушай, буду ждать. Чувак. Ага. Не-не-не-не. Ты со мной так не шуткуй. Давай это сделай нормально. Во. Не-не-не, я подожду. Я подожду, когда ты будешь нормальным. Все. Так. Ох ты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это я, короче, сглупил. Это моя вина. Так, я буду ждать. Просто когда ты будешь показывать. Нормально. Короче, здесь надо не нормально ждать просто. Когда он нормальный будет показывать. Показания. Как ты обычно ходишь. И в это время бежать. Делать все свои вещи. Тихо. Ждем просто. Просто ждем. Все. Просто когда он показывает, тогда двигаться. Когда не показывает, тогда не двигаться, стоять на месте. Иначе ничего хорошего не произойдет. Все. И убегаем. А вот и босс у нас, ребятушки, новый. Стрекозел какой-то. Он сожрал эту бомбочку и кидает. Коробки. Так, понял. Так, есть. Ну, в принципе, несложный. Наверное, если он от этого умирает. А что за вонючие коробки? Почему не исчезает? Так, все, умер. Умер наш стрекозел. Бедненький стрекозельчик. Умер. Ладно. Пока, стрекозельчик. Вот такой вот был у нас босс, ребятушки. Ну, а вот этот уровень мы с вами будем, наверное, проходить. Ух ты, умер. Дублер, прикинь. Ага, вот эту серию мы будем с вами, ребята, проходить уже в следующем ролике. Так, ага, видишь, как сложно все. Да, вот этот уровень сложненький такой, интересный. Будем, конечно, мы его проходить, скорее всего, с вами в следующем уровне. Видишь, дублер. Глуповат дублер. Да, тут надо еще понять, как вообще он что делает. Ага, видишь, башкой стукается. Ладно, в следующем ролике мы это обязательно пройдем, ребятушки. Ну а сейчас ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!